всей Руси. Хотя на морду был не очень он красив, при нем водились караси, при нем плодились пороси, и в общем было чем подать и закусить. Но в феврале его немножечко того, и тут всю правду мы узнали про него, что он рабочих не любил, что он еврей изводил, и что не видел дальше носа своего. Отец Иосиф был народный наш отец. Он строил ГЭС, он строил ГРЭС, он строил ТЭЦ. При нем колхозы поднялись, у лорда слезы пролились, капитализм наступил, при нем конец. Ну а потом его маленечко того, и тут всю правду мы узнали про него, что он марксизму изменил, что многих жизни он лишил, и что сидели все в тюрьме до одного. Хрущев Никита, хоть он ростом был старшим, но дел великих он немало совершил. При нем пахали целину, при нем летали на луну, и лучшим другом стал великий вождь Уну. Ну а потом его маленечко того, тогда узнали мы все пора про него. Он кукурузу насадил, Гамаль Насера наградил, и еще много кое-чего наворотил. А мы все движемся и движемся вперед. Но если кто-нибудь когда-нибудь помрет, о нем расскажет нам история, история, которая ни слова, ни полслова не соврет. О нем расскажет нам история, история, которая ни слова, ни полслова не соврет. Здесь еще один куплет коллективного творчества. Продолжение. Вот Леня Брежнев был для нас, ну просто клад. На нем и места не осталось для наград. Он наша гордость, наш кумир, он был большой борец за мир и целовал в засос всех мужиков подряд. Да вот и с ним тогда случилось одного, и мы узнали все, что знали про него, что головою был он слаб, и что он любил пощупать, пощупать только во и боль, ничего.